Дорогие друзья, сегодня ко мне пришла посылка, я даже понятия не имею, что тут откроем и посмотрим. Шла на стене дел. Сейчас я посмотрю, что внутри, и скажу, что это, и я уже вспомню, сколько шло. Кстати, вот такой вот здоровенный нож. Все ножи сейчас грязные. Так, открыл. Так, все, я понял, что это. Это у нас чехол и часы. Заказывал мне себе. Подруга сестры заказала. Больше у нас ничего нету. Вот такой вот чехол. Вот тут часы. Эта посылка шла ко мне больше... Почти 2 месяца. Я её уже не надеялся даже получить. Я думал, все уже. Придется открывать диспут, но... Китайцы говорили, друг, подожди, там, откроем часы, посмотрим. Вот они запаковывают, потом хрен откроешь нахрен. Вот такая пупырчатая бумага тут. Так, вот такие вот часы. Супер красивые вообще, такие тонкие ремешки. Так, ну давайте одену на руку, покажу вам. Чё-то как. Часы очень тонкие, наверное, будут удобно каждый день их носить. Такие кожаные ремешки. Качественно сделано. Вот смотрите, как на руке смотрится. Ну да, красиво. И знаете, очень удобно, ремешки тонкие. Вот такой вот циферблат. Вот такой вот циферблат, они настраиваются. Но это уже будет сама девушка разбираться с ними. Так, сниму я их аккуратно. Давайте обратно запакуем. Так. Теперь чехол вот такой. Это на Sony Xperia U, по-моему. Я не помню уже точно эту модель. Так, кожаный чехол. Все запаковано хорошо. Да, это на Sony Xperia U. Кожаный чехол такой. Ну, качество хорошее такое. Кожа. Вот тут что-то мне не нравится. Такой вот чехол-книжка. Ну тут кожа, тут бархат такой, ну все нормально, в принципе. За эти деньги, мне кажется, это идеально. Запакуем обратно. На этом. Это видео, наверное, последнее в этом году будет. Потому что сутки осталось до Нового года буквально. На этом мое видео подходит к концу. Я хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Всем желаю счастья, здоровья и удачи. Ставим пальцы вверх. Не забываем подписываться на канал. Пока.